Важнейшая часть центральной нервной системы – спинной мозг. Этот длинный белый шнур диаметром около 1 сантиметра расположен в костном позвоночном канале. Центральная часть спинного мозга образована серым веществом, которое состоит из тел нейронов. Вокруг серого вещества расположено белое вещество, образованное длинными отростками нейронов аксонами. Роль белого вещества проводниковая. Через спинной мозг проходят рефлекторные цепи, с которыми связано сокращение скелетных мышц тела. Рефлекс – это ответ на реакцию организма на раздражение. Этот классический эксперимент – пример рефлекторной реакции. Она осуществляется и контролируется центральной нервной системой. Рефлекторная цепь начинается рецептором. Рецептор преобразует воспринимаемый им раздражитель в нервные импульсы, которые по чувствительному пути передаются в центральную нервную систему. От центральной нервной системы импульсы по двигательному пути идут к рабочему органу. Рефлекторная функция спинного мозга обеспечивает движение. Сколько мышц вовлечено в эту деятельность, и как слаженно они работают?